наш вечер подошел к концу. В заключение я хочу всех поблагодарить, замечательных наших исполнителей Нойкову, который сейчас проходил концерт, и всех присутствующих авторов, поэтов, музыкантов, но прежде всего вас, дорогие мои, потому что когда мы читаем друг другу, да, мы понимаем друг друга, но когда в зале присутствует слушатель, это стоит дорогого. Я хочу поблагодарить нашу Катеньку, которая не смогла прийти, я так думаю, что очень по особым причинам. И в заключение прочитать свое маленькое стихотворение о весне. Не обманщица весна, она сама себе не рада. Вдруг пробудившись ото сна, укрылась белым снегопадом. Я не корю ее, о нет, вновь буду ждать весны рождения. Пусть зазвучит ее сонет с лучами солнечного пения. Счастья вам, здоровья и любви!